Встречайте, Камин, харизматичный четырехзвездочный персонаж в Genshin Impact, владеющий силой пилора и могучим двуручным мечом. В яркой вселенной игры Камин берет на себя роль лидера танцевальной группы «Великие мифические звери». Однако не стоит обманываться ослепительными выступлениями. Как только занавес опускается, Камин плавно переходит к своей повседневной работе в качестве обычного наемного сотрудника предприятия «Мечи и ножны». Несмотря на разительные контрасты между своими ролями, Камин находит утешение и цель в своей двойной жизни. Его альтернативная профессия совпадает с его амбициозной мечтой – популяризацией танца ушу на живописных ландшафтах Люэй. Присоединитесь к Камину в этом огненном приключении, ведь он привнесет в Genshin Impact и свое мастерство пира, и свою страсть к танцам. Продолжим с преимуществом Камин. Высокая базовая атака. Камин может похвастаться внушительной базовой атакой, превосходящей многих других четырехзвездочных персонажей. Это способствует его эффективности как персонажа, наносящего урон, даже без использования дополнительных созвездий. Универсальный дамагер. Даже без созвездий Камин выделяется как отличный дамагер. Простой геймплей. Геймплей Камин относительно прост и сосредоточен на непрерывных атаках после активации его элементального навыка. Эта простота делает его доступным и удобным для игроков с разным уровнем опыта. Саморегенерация. Несмотря на постоянный расход ХП, Камин обладает способностью самостоятельно восстанавливать свое здоровье, что повышает его устойчивость во время сражений. Низкая стоимость взрыва стихии. Взрыв стихии Камин имеет низкую стоимость энергии, что избавляет от необходимости отдавать предпочтение чрезмерному восстановлению энергии в ущерб других важных статов. Теперь недостатки Камин. Стиль игры на ближней дистанции. Камин подпрыгивает в воздух только при столкновении с противником или местностью во время применения элементального навыка, что вынуждает игроков придерживаться стиля боя на ближней дистанции. Это ограничение может быть неудобным, особенно когда приходится сталкиваться с врагами, обладающими мощными дальнобойными атаками. Контроль здоровья во время взрыва стихии. Во время использования взрыва стихии Ман Чай, аватар Камин, вновь появляется с ХП выше 50%. Игрокам необходимо внимательно следить за уровнем здоровья Камина во время использования этой способности, чтобы обеспечить его выживаемостью. Ограничительная совместимость с гидроподдержкой. Гидроподдержки, такие как Синцю и Елан, могут столкнуться с проблемами при совместной работе с Камин, если только не изменить ротацию. Это может создать неудобство в синергии команды. Ограничительные возможности оружия. Новые игроки могут столкнуться со сложностями при сборке Камин из-за нехватки подходящего оружия, особенно среди бесплатных вариантов. Это ограничивает возможности создать идеальную сборку персонажа. Теперь перейдем к сборкам Камина. У него их две, по сути. Вот первая — это с Охотником Сумрачного Двора. Лучшее оружие — меч Драконьей Кости из Battle Pass. Лучшее оружие для Камин, дающее важнейшие статы и повышающее общий урон. Требует осторожной игры, чтобы не получать урон, или использование в паре с персонажем со щитом. Оружие на замену. Краснорогий Камнеруб. Обеспечивает значительный критический урон. Пассивный навык оружия особенно полезен при использовании обычных атак Камин под действием эффекта инфузии от C6 Беннета. Маяк Тростникового моря. Увеличивает шанс крита и силу атаки при условии получения урона. Идеально подходит, если в отряде нет персонажа со щитом, давая бафы на ХП. Вердикт. Хороший вариант, если в отряде есть персонаж Гео для реакции кристаллизации. Дает значительный шанс крита и дополнительную силу атаки, что выгодно для высокой базовой атаки Камин. Дождерез. Подходит для игры, ориентированной на реакцию. Для постоянного срабатывания эффекта требуется наличие в отряде гидро или электро. Цветок в латах. Появился в патче 3.5. Надежный четырехзвездочный вариант для Камин.
подчеркивающие мастерство и силу атаки. Позволяет гибко настраивать артефакты на другие характеристики. Магический супермеч высшего владыки. Увеличивает силу атаки без особых условий боя. Подходит для всех сборок камин. Лучшие артефакты. Естественно, как я и сказал, это охотник сумрачного двора. 4 части. Используйте весь набор, так как стиль игры камин предполагает изменение ХП, что позволяет легко активировать все стаки. Баф на две части становится особенно полезным при использовании C6 Беннета. Основные статы. Песочные часы. Мастерство стихии или процент атаки. Кубок. Пиро бонус к урону. Корона. Крит урон. Субстаты артефактов. Крит урон. Восстановление энергии. Мастерство стихии. Коэффициент крита. Атака в процентах. Дополнительные примечания. Учитывайте мастерство стихий в часах или оружие для реакции испарения или таяния. Хотя это можно компенсировать достаточным количеством субстатов, крита и мастерства стихий. Приоритет отдавайте балансировке урона крита и коэффициента крита в соотношении 1 к 2 для получения оптимального урона. В этой сборке камин сосредоточен на максимизации критических статов, элементального урона и синергии с присущими ему перепадами ХП. Выбор подходящего оружия и артефактов обеспечит камин мощным и постоянным уроном на поле боя. Теперь вторая сборка с сетом артефактов «Горящая алая ведьма». Лучшее оружие. Меч драконьей кости. Отличный выбор для повышения урона. Однако будьте осторожны с этим оружием и обеспечьте эффективное уклонение, либо возьмите в отряд персонажа со щитом, чтобы смягчить урон. Оружие на замену. Маяк тростникового моря. Увеличивает шанс крита и силу атаки при условии получения урона. Идеально подходит, если вы не используете персонажа со щитом и стремитесь получить дополнительные бафы на ХП. Вердикт. Хороший вариант, особенно если в отряде есть персонаж Гео для реакции кристаллизация. Предлагает заметный шанс крита и дополнительную силу атаки. Краснорогий камнеруб. Предлагает значительное количество критического урона. Пассивное умение оружия особенно полезно при использовании обычных атак камин под эффектом инфузии от C6 Беннета. Цветок в латах. Надежный 4-звездочный вариант для камин, предлагающий мастерство стихий и силу атаки. Позволяет гибко фокусировать артефакты на других характеристиках. Дождерез. Подходит для игры, ориентированной на реакцию. Для постоянного срабатывания эффекта требуется наличие в отряде гидро или электро. Магический супермеч высшего владыки. Универсальный двуручный меч, который значительно увеличивает силу атаки без особых условий боя. Лучшие артефакты. Горящая алая ведьма, 4 части. Отличный набор для камин, увеличивающий его пироурон и улучшающий элементальные реакции. Поскольку взрыв стихии сбрасывает перезагрузку умений персонажа, камин может эффективно набрать все стаки полного набора. Основные статы. Песочные часы, мастерство стихии или процент атаки. Кубок, бонус к урону, корона, коэффициент крита или крит урона. Субстаты артефактов. Коэффициент крита, крит урон, мастерство стихии, восстановление энергии, процент атаки. Дополнительные примечания. Балансировка статов. Коэффициент крита и крит урона, как правило, лучше использовать с горящей алой ведьмой для оптимальной балансировки статов. Для лучшей синергии используйте часы с мастерством стихии. Эта сборка для камин с набором «Горящая алая ведьма» предназначена для команд, ориентированных на реакцию стихий. Тщательный подбор оружия и артефактов повысит урон от пира урона камин и сделает его грозной силой в ваших приключениях в Genshin Impact. Как использовать камин? Элементальный навык восхождения благовещего зверя. Камин бросается к врагу и подпрыгивает в воздухе, выполняя специальную атаку с атакой в падении, которая служит его основной способностью ДПС. Атаки в падении. Восхождение благовещего зверя наносит урон по области пира, расходуя часть ХП камин. Атака, считающаяся атакой в падении. Специальные атаки камин считаются атаками в падении, на них не влияет оружие, модифицирующее элементальные навыки,
Например, «Маяк тростникового моря». «Взрыв стихии», «Золотой танец Сюани Ни». «Камин вызывает Манча и исцеляет себя». Во время взрыва стихии Манчай перемещается по полю и через некоторое время возвращается к Камин. Когда Манчай воссоединяется с Камин, элементальный навык сбрасывается, позволяя проводить больше атак в падении. Оптимальная ротация. Пользуйте элементальный навык и выполняйте атаку во время атаки в падении Камин. Переключайтесь на персонажа поддержки и активируйте все бафы и способности. Переключитесь обратно на Камин и вызовите его взрыв стихии. Во время взрыва спамьте элементальным навыком и ступающие по облакам, повторяя до тех пор, пока длительность взрыва стихии не закончится или пока ХП Камин не упадет ниже 50%. Повторите ротацию. Дополнительные советы. Если в отряде есть C6 Беннет, попробуйте вставлять обычные атаки под пироинфузией между атаками ступающего по облакам. Обратите внимание, что момент может быть не всегда удобным. Между активацией взрыва стихии и началом действия элементального навыка есть небольшой промежуток времени. Используйте это время для выполнения обычных атак или активации способностей других персонажей, например, Синцю или Йелан. Итог. Камин, 4-звездочный персонаж Genshin Impact, служит главным дамагером Пира. Его элементальный навык позволяет ему подпрыгивать в воздух и наносить мощные удары по врагам, нанося урон по площади и вызывая такие реакции, как пар или таяние. Благодаря высокой базовой атаке, эффективность Камин повышается за счет различных бафов. Хотя он силен даже в C0, достижение 6-го созвездия поднимает его до уровня легендарных персонажей. Его геймплей динамичен и разнообразен благодаря призыву Манчая и постоянным броском умений во время его конечной способности. Освоение ротации Камин и стратегическое использование его атак в падении сделают его грозной силой ваших приключений в Genshin Impact.